поговорим в прямом эфире чисто про психологическую тему, про деньги. Почему? Потому что мне пишут разные вопросы, половина из них по нутрицептикам, половина про реальные истории. Вот пишет Алена: здравствуйте, почему не могу заработать деньги, меняю одну и ту же профессию, и, соответственно, ну ничего не происходит. Не происходит какого-то накопления, какого-то исцеления, какого-то восстановления. Да, дорогой, так бывает. И так бывает, когда ты чувствуешь некоторые моменты, которые, бывает, напрягают. Почему не получается у многих заработать? То есть есть какие-то заработки быстрые, но это все не ни к чему не приводит. Самая базовая вещь – это нет внутреннего понятия, куда ты двигаешься, нет опоры, нет понимания и нет масштабности, нет понимания, чего ты хочешь. Вот когда ты понимаешь, сколько тебе нужно денег, на что ты их потратишь, кем ты хочешь работать, как ты хочешь зарабатывать, какие люди вокруг тебя, какие... Что ты делаешь, какую еду ты даже ешь, где ты живешь, кто вокруг тебя. Вот это все очень круто работает. В других случаях я могу сказать, что что денежки проходят мимо. И, соответственно, человек хватается. Сегодня я дизайнер, завтра я уборщик, послезавтра я проектор, послезавтра я там... А послезавтра я просто умер, потому что я устал. Вот так делать не надо. Я считаю, что самое базовое – это определить, что ты умеешь, что ты хочешь, где ты хочешь оказаться, с кем ты хочешь это делать, и идти и действовать. И деньги будут, деньги есть. Запомни, дай себе установки. Деньги есть, они есть у всех. Они есть на всех. Господь дает всем. Вселенная дает всем. Просто ты почему-то не веришь, что это у тебя случится. И ты сможешь заработать. Ты сможешь заработать достаточно легко, если у тебя уйдут вот эти вот все моменты, что это не для меня. Это страшно. И не кидаться. Важно не кидаться из пустого в порожнее. Сегодня... Я батюшка в церкви, послезавтра я там какой-нибудь спортсмен, потому что я не выдержала эту всю историю в храме и сбежала. Я, кстати, знаю такого мальчика, который ушел в храм, потом бросился в велоспорт, потом стал программистом, а потом пришел ко мне в терапию, потому что полжизни где-то пробыл. То есть и искал все время, как заработать, как уйти от мира, как в него вернуться. В общем, какие-то такие мытарства очень интересные. Да, ребят, жизнь, она вообще интересная. Подписывайтесь на меня, и деньги есть, они есть на всех. Приходите в мои семинары, и все у вас будет хорошо.